Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Отправиться на дистанционное обучение, но не все. Кого коснется решение, принятое на областном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса? 106 пожаров произошло в Самаре с начала этого года. О том, как защитить дома от возгорания, напомнили жителям частного сектора поселка Зубчининовка. Время и деньги. Как сделать интересными и увлекательными уроки по финансовой грамотности? За две недели россияне вернули на счета в общей сложности 1 000 000 000 рублей. О программе туристического кэшбэка поговорим в новостях экономики. Близкий друг и помощник или похититель времени? Как определить, есть ли у вас зависимость от гаджетов и преодолеть ее? В Самаре школьники с 5 по 8 классы, а также десятиклассники перейдут на дистанционное обучение. Ученики начальной школы 9 и 11 классов продолжат учиться очно, но с соблюдением усиленных санитарных норм. Для первоклассников дополнительные каникулы начнутся не с 14 февраля, как планировали, а с 7 числа. Такие рекомендации муниципалитетам дал в эту пятницу областной оперативный штаб. На заседании городского штаба их приняли. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что это необходимая мера, чтобы максимально разделить коллективы учащихся и не останавливать при этом образовательный процесс. За предыдущие 4 дня зафиксировали стремительный рост числа заболевших сотрудников общеобразовательных учреждений Самары и школьников среднего звена. В том числе увеличиваются случаи заболевания коронавирусом. В некоторых классах и школах уже ввели карантин. У нас закрыто более 1200 классов в школах, и также 26 общеобразовательных учреждений полностью приостановили свою работу, так как 20% обучающихся от общего количества заболевают. И школы, соответственно, с собственным приказом приостанавливают деятельность. Более 16% учителей, воспитателей, административного персонала находятся на больничном в связи с заболеванием ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Поэтому здесь тоже необходимо было принимать определенные меры, чтобы разорвать эту цепочку заболеваемости. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 3772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В регионе начинается вакцинация подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» предназначена для профилактики коронавируса у детей с 12 до 17 лет. Первую партию вакцины распределили по 8 медицинским учреждениям – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подробности в нашем сюжете. Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков в общей сложности 1920 доз распределена между детскими поликлиниками региона. В области началась вакцинация подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» предназначена для профилактики коронавируса у детей с 12 до 17 лет. Она поступила в больницу Середавина, Самарские больницы номер 1, 3, 15, в Новокуйбышевскую, Сызранскую и Тольяттинские поликлиники. Мама Ивана Ольга Орехова рассказывает, в семье все привиты. Сама вакцинировалась в июле, сейчас привела на процедуру сына. Считаю, что в новой реальности нашей жизни защитить своего ребенка – это моя прямая обязанность. Я доверяю медицине и думаю, что все будет хорошо. Пройти вакцинацию можно по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения региона в разделе «Вакцинация от COVID-19». С собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении подростка, полис ОМС. Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей ребенка. Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств. Если ребенок не достиг 15 лет, заявление и согласие оформляется от имени его законного представителя. Если ребенок 15 лет и старше, то согласие может оформить сам или законный представитель. При этом заявление пишут только родители ребенка. Все документы заполняются на месте. За этот период, то, что мы провакцинировали детей, то каких-то побочных явлений не отмечалось, никто не обращался. Период подъема идет сейчас, нашего этого омикрона, поэтому родители очень обеспокоены. Звонков поступает очень много, где и как нужно провакцинироваться. Вакцинация проводится только после осмотра врача-педиатра. Среди противопоказаний выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Специалисты рекомендуют после вакцинации не переохлаждаться, не мочить место инъекции, продолжать соблюдать все меры профилактики в период пандемии. Второй компонент вакцины вводится через 21 день. Освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусмотрено. Виктория Шара, «События».
Сертификатом о вакцинации отечественным спутником можно попасть в Эстонию, Грецию, Болгарию, Турцию или в Хорватию с Венгрией. Однако свободный туризм без карантинов и ПЦР-тестов по странам Евросоюза прямыми рейсами подходит лишь для привитых препаратами, одобренными ЕС и ВОЗ. В России их не найти, но можно купить путевку и сделать прививку за границей. Туроператоры начали предлагать путешественникам так называемые вакцинатуры. Сколько стоит окно в Европу, узнала Мария Левина. В российской туротрасли, которая за пандемию понесла огромные финансовые потери, все чаще обсуждают перспективы вакцинотуризма. Уже год идут разговоры о растущей популярности российской вакцины от коронавируса среди иностранцев. Если верить некоторым западным таблоидам, Россия может стать вишпоинт, заветной точкой на карте для тех, кто вакцинации на родине предпочитает прививочные трипы. Это моя первая прививка российской вакцины. До этого у меня европейская вакцина была. У меня частный случай, у меня не принимается из-за того, что взаимное неприятие вакцин с Европейским Союзом, поэтому мне нужна была российская вакцина. При этом российские турагенты, напротив, говорят о том, что наши соотечественники все чаще стремятся сделать заветный укол за границей. По данным опроса, проведенного онлайн-сервисом B2B «Островок», 60% наших агентств получают запросы на путешествия с целью вакцинации зарубежными препаратами от COVID-19. Самыми популярными направлениями признаны Хорватия, Турция и Сербия. В топ-5 также вошли Армения и Болгария. Там можно сделать прививку иностранными Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Но чтобы выехать за границу, нужно привиться отечественным спутником. Прививка должна быть введена не ранее 60 и не позднее 180 дней после прохождения вакцинации в России. Турист обратно улетает в Россию, потом обратно еще раз прилетает через 21-28 дней и делает вторую вакцину. Сама вакцина бесплатна. То есть в стоимость входит перелет, трансфер, отель, это либо 2, либо 3 ночи, и русский как раз ассистент, который привозит в пункты, где делают вакцину, и полностью все оформляет. Такое путешествие в среднем обойдется в 100 тысяч рублей. Впрочем, по словам туроператоров, пока спрос на подобные туры небольшой. И даже сторонники иностранных препаратов говорят о том, что все равно колят себе российский спутник. Так сделал самарский адвокат Андрей Соколов. При этом ревакцинацию этой весной он хочет пройти за пределами страны. Выбор вакцины, то он основан на большей информированности о вакцинах иностранных, в частности, я имею в виду сейчас Pfizer и Moderna, да, которые являются более предпочтительными мне, исходя из того, что я из них знаю больше. Невозможно сегодня сделать вакцину иностранную нормально, по той простой причине, что мы все знаем, что после вакцинации мы получаем падение иммунитета. И если мы выбираем, к сожалению, большому какое-то европейское государство, да, либо Турцию, где можно сегодня получить инъекцию иностранным препаратом, мы через 10 дней возвращаемся в самолете, а это среда очень опасно. Однако, судя по статистике, только 35% операторов организуют вакцинные туры. Другие отказываются от продажи таких путевок. Среди основных причин, которые останавливают агентов, сложности в организации, отсутствие полной информации о деталях подобных поездок и часто меняющиеся правила. Для справки, спутник Ви, по данным международной независимой экспертизы, опубликованном в журнале Lancet, вошел в тройку вакцин с эффективностью выше 90% и оказался в одном ряду с такими препаратами, как Pfizer и Moderna. Также в числе преимуществ спутника Ви отмечают значительный уровень нарабатываемых организмом антител и так называемая технологическая чистота, которая позволяет избежать осложнений и аллергических реакций. Ученые выяснили, что вакцинация двумя дозами препарата также создает клетки памяти и позволяет избежать тромбообразования. Сейчас спутник Ви зарегистрирован в 16 странах, в том числе Белоруссии, Сербии, Аргентине, Алжире и Венгрии. Исследования экспертного сообщества доказывают, что отечественная инъекция стала не просто первой в мире зарегистрированной, но и одной из лучших на сегодняшний день. Мария Левина, Николай Епифанов, Максим Гусев. События. Погодные условия в Самаре за ночь резко поменялись. Обильный снегопад сменился дождем. По данным синоптиков, в течение первых дней февраля уже выпала почти месячная норма осадков. Как проходит работа по уборке снега с улиц города, расскажет Максим Магомедов. В Самаре продолжают расчищать территории и вывозить снег с улиц города. За минувшие сутки задействовали более 3500 уборщиков и 682 единицы техники. Почти 2800 дворников и 172 машины чистят дворовые территории и внутриквартальные проезды. Для очистки скатных крыш задействовали 88 бригад из 250 человек, которые за минувшие сутки уже успели привести в порядок 371 кровлю. В связи с потеплением на козырьках и парапетах за короткое время скапливается тяжелый снег и наледь. Первый заместитель главы
главы города Владимир Василенко обратился к автомобилистам с просьбой внимательно выбирать места для парковки. Не ставьте, пожалуйста, под балконами, под кондиционерами и хотя бы выдержите дистанцию 5-7 метров от здания. Сохраните свои машины. Что касается улично-дорожной сети, везде улицы, сужение улиц, убирать будем, возить снег будем. Увеличивать количество вывоза машин. Сегодня в ночь работало 119 машин по вывозке снега. Будем увеличивать до 200 машин. Припаркованные на улицах автомобили мешают работе спецтехники. Чтобы помочь дорожным рабочим как можно скорее вывести снег с проезжих частей, самарским водителям советуют не оставлять машины вдоль дорог. На уборку улично-дорожной сети только в одну смену направили почти 2,5 сотни человек и 172 единицы техники. Обеспечить подходы и подъезды к социально значимым объектам, больницам, включая ковид-госпитали, первоочередная задача для дорожных рабочих. В отдельных случаях ручной труд просто незаменим. Например, при очистке уличных лестничных маршей и подходов к посадочным площадкам. Очищаем после дождя, после большого выпадения осадков, очищаем улицы, пешеходные переходы, посадочные трамвайные остановки. Готовим, чтобы люди нормально могли передвигаться в нашем городе. Будет там противогололедная отсыпка, конечно. Количество используемых противогололедных материалов уже нарастили. Так, за сутки израсходовано более 500 тонн. Валерия Цыпленкова спешит получать новый паспорт. Недавно ей исполнилось 20 лет. Говорит, понимает, насколько сложно сейчас приходится коммунальщикам. Ну, он ездит, копает. С самого утра. Я вот с 8 утра на улице, и уже люди копали, убирали снег. Поэтому не жалуюсь. Специалисты отмечают, что снегопады в этом году аномальные. С начала февраля за 3,5 суток выпало более 33 миллиметров осадков, что составляет уже 82% от месячной нормы для климатических условий региона. Высота снежного покрова в Самаре стремительно добралась до 80 сантиметров. Профильные службы продолжают работать в усиленном режиме. Выходные не станут исключением. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События. Снежный штаб в ежедневном режиме. Первый вице-мэр Владимир Василенко дал поручение в ночь расчистить все самые проблемные участки на дорогах во дворах Самары. Адреса озвучили главы районов на заседании штаба в режиме видеоконференц-связи. Среди первоочередных 22-го партсъезда от Новосадовой до Солнечной, улица Алма-Атинская в районе МРЭО, подходы к остановкам на Авроре. В работу уже взяли кольцо в районе Батайской. МБУ Куйбышевского района поручили отработать незакрепленную территорию в Волгаре. Необходимо нарастить объемы уборки дорог в частном секторе и выполнить обязательства по очистке скатных крыш. Вот осталось порядка опасных, нерасчищенных 700 кровель. Прошу, с учетом того, чтобы мы ежедневно чистили кровли по 300 штук, чтобы ближайшие 2-3 дня по опасным местам в полном объеме вычистили кровли. 106 пожаров произошло в Самаре с начала этого года. 9 человек погибли. Еще 7 пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. О том, как защитить свои дома от возгорания, напомнили жителям частного сектора поселка Зубчининовка. Очередной рейд по противопожарной безопасности здесь провели сотрудники МЧС. Тему продолжит Ольга Павлова. Более 35 лет без перемены места жительства, рассказывает о себе Сергей Зотов и радуется тому, что теперь живет в собственном доме. Год назад он переехал из квартиры в Зубчининовке в частный сектор. И хотя забот стало вдвое больше, возвращаться в многоэтажку не планирует. Сегодня к хозяину дома приехали сотрудники МЧС для того, чтобы проверить, как соблюдаются меры противопожарной безопасности. Такую памятку вам вручим о соблюдении мер пожарной безопасности. Сейчас он спасибо. В своем доме. Будем изучать. Вот. Случаи возгораний в жилых домах учащаются с наступлением осенне-зимнего сезона. С начала этого года в Самаре произошло 106 пожаров, в которых погибли 9 человек. Еще 7, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Рейды по соблюдению мер противопожарной безопасности проводятся сотрудниками МЧС регулярно. Жителям разъясняют, как себя вести в случае возгорания жилого дома и что делать, чтобы подобного не происходило. Самарцы реагируют с пониманием. Я думаю, это надо, потому что горят вон дома-то, и вон у Зубчининки тоже сколько вон этот самый. Конечно, это надо проводить. Чтобы не пришлось экстренно вызывать спецслужбы, за частным домом необходимо следить. В первую очередь закрывать в короб провода от внешних воздействий, в том числе дождя и снега. В период отопительного сезона особое внимание уделять состоянию электропроводки, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы, также печное отопление, если оно у кого-то используется в качестве обогрева.
Также нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и оставлять электрические радиаторы без присмотра. Особое внимание частным домам с плотной застройкой, где в непогоду есть риск распространения огня на соседние жилые строения. В МЧС напоминает, в случае пожара необходимо звонить по номерам 101 или 112. Вызовы на номера экстренных служб бесплатны. С мобильного телефона можно позвонить, даже если номер заблокирован за неуплату или в телефон не вставлена сим-карта. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События. С 1 сентября этого года в российских школах начнутся занятия по финансовой грамотности. Пока факультативно, а в дальнейшем в рамках обществознания, математик, ОБЖ, истории и географии. Пока программа для школьников готовится, студенты уже вовсю изучают денежные вопросы. В Самарском социально-педагогическом колледже организовали выставку «Время и деньги», чтобы в интерактивной форме рассказать об эволюции денег. Подробности знает Светлана Кудрявцева. Всегда ли были деньги? Кто ввел меры веса и формы для них? Как английский ученый Исаак Ньютон помог русскому царю Петру I реформировать денежную систему? Ответы на эти вопросы студентка Анна Кириллина узнала на выставке «Время и деньги». Экспозицию организовали в Самарском социально-педагогическом колледже, где с прошлого года действует кружок финансовой грамотности. Анна – будущий воспитатель и уверена, что все эти знания пригодятся в работе. Я считаю, что в нашем мире, в наше время сейчас финансовая грамотность очень важна, потому что с ранних лет даже маленьким детям выдают карманные деньги на свои какие-то услуги, товары. И даже самые маленькие жители должны знать, как пользоваться, как сохранять. 10 интерактивных стендов, подготовленных Банком России, рассказывают об эволюции денег, способах их производства и защиты с самого появления до наших дней. С помощью QR-кодов можно получить дополнительную информацию, исторические сведения и иллюстрации. Финансовая грамотность как таковая для студентов не только колледжа, но и студентов вузов, да и в целом гражданам Российской Федерации жизненно необходимо, потому что это дает им возможность противостоять мошенникам, это позволяет им хотя бы сберечь какие-то свои собственные средства, создать накопления. Не только вычитать и умножать, но и доходы прибавлять с этого года начнут российские школьники. С 1 сентября введут занятия по финансовой грамотности. Школьников начальных классов научат правилам безопасности в интернете, в том числе при совершении финансовых операций, научат основам личного финансового планирования. Ученики с 5 по 9 класс научатся оценивать риски предпринимательской деятельности, познакомиться с тем, как составлять правильно простые финансовые документы. Мы рассчитываем, что знание основ финансовой грамотности поможет людям принимать ответственные финансовые решения, что скажется на личном финансовом благосостоянии, благосостоянии семьи и общества в целом. С 19 века финансовая история страны неразрывно связана с деятельностью Государственного банка. Здесь деньги как начинают свою жизнь, так и заканчивают. Как именно, самый популярный вопрос у студентов. Они смогли не только увидеть, но и прикоснуться к отслужившим свое купюрам. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Далее с новостями экономики нас познакомит Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. В России хотят ограничить наценку на ряд продуктов. О каких товарах идет речь? Речь о социально значимых продуктах, но сначала поговорим о туризме. Всего за 2 недели после старта программы туристического кэшбэка на счета россиян вернулся 1 миллиард рублей. Это 1/5 годового бюджета программы, сообщили в Ростуризме. Программой уже воспользовались 200 тысяч человек. В поездке с кэшбэком, напомню, можно отправиться до 30 апреля, а в круиз – до конца мая. На компенсации по программе выделено 5 миллиардов рублей. Автомобили роскошь или средства передвижения. Россиян предупредили о дальнейшем подорожании новых машин. За прошлый год они прибавили в цене в среднем по 20%. Столько же могут прибавить и в этом году. По словам дилеров, рост цен будет из-за скачков курса валют и из-за усугубления ситуации с поставками комплектующих, что неизбежно приведет к простоям на заводах и увеличению сроков ожидания машин. Причем, по словам продавцов, автопроизводители сами разгоняют цены. Если один вносит корректировки в прайс-листы, то остальные тоже начинают подтягиваться, чтобы получить больше прибыли. По данным аналитиков, только в январе в России подорожали автомобили 30 марок. Причем большинство компаний переписали стоимость всего модельного ряда, и лишь некоторые ограничились корректировкой прайс-листов на 1-2 модели.
И если цена на автомобили продолжает разгоняться, то стоимость продуктов государство все же пытается сдержать. Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба намерены убедить торговые сети ограничить наценки на часть социально значимых продуктов. В перечень войдут свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия. Максимальная торговая наценка 5% будет действовать до начала нового сельхозсезона, до 1 июля этого года. Официальный курс доллара 76 рублей и 5 копеек, доллар потерял 60 копеек, евро 87 рублей 12 копеек, европейская валюта увеличилась на 56 копеек. Нефть марки Brent подорожала, баррель стоит 92 доллара и 33 цента. На этом пока все, оставайтесь с нами и будьте в курсе. Самый близкий друг и помощник. Никогда человек не был так тесно связан с техникой, как в последнее десятилетие. В телефоне все – личная жизнь, работа и хобби. И пока жизнь одних стала полностью цифровой, другие ищут решение, как спасти себя от номофобии. Так называется технозависимость. Ею, по оценкам социологов, уже страдают порядка 70% населения. Как один из методов борьбы с новой зависимостью, в моду входят диджитал-детоксы. Практика намеренного отказа от гаджетов и соцсетей. Подробности в сюжете Гульфии Сафиной. Жизнь сразу в двух телефонах 24/7. Гузаль Ильясова признается, что чаще живет в режиме онлайн, чем в реальности. Объясняет, к этому обязывает работа. Гузаль Сторимейкер создает истории для бизнес-аккаунтов. Признается, первое, что делает после пробуждения, хватается за телефон. И так каждый день. У меня здесь жизнь, у меня здесь работа, у меня здесь ученики. У меня полностью вся сфера, с которой связана моя жизнь, проходит вот именно в этих двух телефонах. Я не могу без них, и есть такие картинки интересные, где, знаешь, телефон, типа, как продолжение руки. Ну, вот это вот, наверное. Все, да-да-да-да-да, вот тут у нас увидите вход. А вот подолог и владелица ногтевой студии Александра Егорова в цифровой жизни давно разочаровалась. Рассказывает, ведение личной страницы, многочисленные чаты, новости и видео будто крали ее у семьи. Узнав о практике техно-детокс, решила попробовать. И вот уже 2 года в доме Александры действует правило – пришел домой, гаджеты долой. А по воскресеньям семья полностью отказывается от телефонов. То там вообще не может ничего быть важнее, чем личная жизнь, которая находится дома вот, со своей семьей. Это действительно как наркотик, а своя жизнь проходит абсолютно мимо. То есть не видишь, как смеется ребенок, там, нету времени пообниматься с мужем, потому что ты постоянно в телефоне смотришь, как какая другая девушка обнимается со своим мужем и играет со своим ребенком. Социальные сети, игры, музыка, информресурсы и всевозможные приложения. Пиксельная реальность все чаще захватывает внимание людей. По оценкам социологов, порядка 70% населения подвержены номофобии, то есть зависимости от гаджетов. В качестве альтернативы во всем мире стало развиваться движение медийной аскетики, когда человеку рекомендуют сознательно отключаться от сети и выходить в офлайн. С точки зрения здоровья, Digital Detox поможет сберечь зрение, нормализовать сон и эмоциональную сферу. Впрочем, демонизировать гаджеты тоже не стоит, говорят врачи. Бояться телефонов не нужно, выключать их на ночь не нужно. На здоровье это особым образом не повлияет. То есть доказано, что риск возникновения раковых опухолей при вот таком контакте с телефоном, он не выше, чем в среднем по популяции. Уровень этого облучения достаточно низкий. Согласно статистике, ежедневно стандартный пользователь касается своего смартфона от 70 до 150 раз. По мнению психологов, нет ничего плохого в работе онлайн. Хуже, если телефон притягивает по другой причине. Люди очень часто уходят в гаджеты для того, чтобы потерять контакт с собой. И вместо того, чтобы там разбираться с какими-то там своими вопросами, с отношениями или еще чем-то, человек залипает в таком, да, картинки. А где другая часть жизни, в ней что? Понять, насколько гаджеты вас захватили, очень просто, рассказывают психологи. Первый признак – страх потерять из поля зрения свой телефон или остаться без интернета. Если такая перспектива пугает и никак не связана с выполнением работы, это серьезный повод задуматься. Возможно, именно вам и нужен Digital Detox. Для начала установите временной лимит на просмотр социальных сетей. Так вы сможете сократить выработку дофамина, гормона привязанности. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.